Давайте посмотрим, что можно проверить индикаторной отверткой. Трагиваемся. Ну или, например, автомат. Видите, диод загорает. Лампочка. Такую, не совсем простую. Совсем простая это вот такая. Здесь нет внутри батарейки, а здесь есть внутри батарейки. Это которая с батарейкой, вот вы видите, мы делаем вот так и загорается диодик. А вот и он не загорается, соответственно. Ну, еще бывают такие дистанционные, которые реагируют на электромагнитное поле. Например, у нас есть удлинитель. Нужно понять, есть фаза или нет. Вставляем. Там, где есть фаза, там светится. Там, где нет, она не горит. Вставляем обычный индикатор. И если вы видите, там загорается неоновая лампочка. Ну, еле видно. Еще такой отверткой можно проверить, под напряжением провод или нет. Для этого беремся пальцами за жало и проводим. Вот видите, диод загорается. И посмотрим внимательно. Включаем вилку в розетку. И в руки берем отвертку и проводим по проводу. Как мы видим, этот провод целый, но это мы проверили только один провод. Чтобы проверить второй провод, переворачиваем вилку, так она подключится, второй провод на фазу. И точно так же проводим. И здесь мы видим. Видим, что вот в этом месте горит. Оп, пропало. То есть вот здесь пропадает. Вот в этом месте, вы видите. Горит, пропадает. Соответственно, вот в этом месте, в этом... Вот видите, как раз в этом месте обрыв. Также можно проверить тен чайника, например, или тен стиральной машины. Ну или, например, автомат. Ну, здесь я взял просто отвертку, чтобы коснуться этого контакта одного. А второй контакт точно так же. Пальцем сюда. Не горит. Горит. То есть мы можем проверить, исправен автомат или нет. Проверим обычную лампочку. Один палец сюда, второй сюда. И замыкаем цепь. Такая, например, лампочка. Тоже пальцами за резьбу. Один палец сюда. Проверяем. Точно. Такая лампочка. Один палец за общий контакт. Вот здесь. Ближний и дальний. Или предохранитель. Берем одной рукой за один контакт, палец сюда и жалом дотрагиваемся. Видите, она загорается. Светодиод. Один палец сюда, второй сюда. Переворачиваем. Видите, горит. Диоды, они работают только в одну сторону. Не загорается. То есть цепь. Один палец сюда, один сюда. Простым индикатором фазу увидеть проще. То есть она будет гореть только на фазе. И то еле заметно. Вот сейчас, например, с подсветкой здесь, ну, не видно, но оно горит там. А на нуле не горит вообще.
То есть, если мы берем такую вот, ну, как бы в этом и недостаток этой отвертки, что она будет гореть, в принципе, если вот так, и на фазу, и на ноль. Тут нужно увидеть, там, где меньше горит, там ноль.